Вопрос. Если с имамом что-то произошло, то может ли один из молящихся взять на себя обязанность имама в молитве? Ответ. Хвала Аллаху. Если у имама что-то случилось, испортилось омовение, например, и он вышел из молитвы, то он может сказать одному из молящихся позади. «О такой-то, выйди вперед и закончи молитву с ними вместо меня». Если он этого не сделает, то молящиеся могут выдвинуть кого-то имамом или закончить молитву поодиночке.